Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на первую имбу 12.12 новой локации. Эта локация у нас называется Таверна Лунный Берег. И это будет палач. Решил его начать с него, чтобы его потом слить. Вот так вот изменилась у нас данная локация. 40-я звезда. У нас добавилась жизнь, добавилась крит-атака. Сопротивление, уклонение, точность, крит удар и уровень навыка уже у него 12. Более подробные статы у нас вот так вот выглядят. Также можно зайти вот так сделать, нажать на него и посмотреть, сколько он нам дает прибавку. Ну вот у меня прокачанный сейчас дает 7052. Получается по уровню максималка, уровень навыка максималка, уровень таланта. Это надо прокачать ему на 8-8, смысла пока нет, потому что я качаю других героев на восьмерке, вторые таланты, уровень просвета тоже на максималку. И то есть можно увидеть, что 8640 это максимально очей вы можете получить с героя. То есть вот эти все уже более-менее, которые у меня есть прокачаны, ну, вот он получается на 7000, этого хватает с головой, чтобы получить 41 тысячу для того, чтобы пооткрывать всем героям 12 скиллы. То есть фактически вы можете качнуть 5 героев, и вам хватит на то, чтобы на 12-ку перекачать. Ну там надо выполнить все прокачки, которые требуются. Так, ну что, поехали. Посмотрим, что он вообще делает на 10-10. Это гарнизонный герой. Вот наш палач. Как видите, жизни у них там особо много нет. Это синька. Ну, на десятке он наносит цель 400% урона и вергает ее в кому на 4 секунды. Одна цель. На 11-м наносит уже плюс 40% урона, 440. Уже две цели, то есть плюс одна цель добавляется, ввергая в кому на 4,5 секунды. Вторая цель расположена рядом с первой. То есть фактически он будет бить самые ближайшие цели, которые к нему. Так, ну и плюс на 12-ке плюс еще у нас 40% и больше ничего не меняется. Ну, это синие герои, тут особо кайфа какого-то нет. Так, давайте рассмотрим. Ну, я ему прокачал ракушку, потому что мне надо было добить 4800, чтобы не качать сейчас рыцаря, которого я недавно слил. Поэтому пришлось подкачать ему 7-8 сделать. По статам, как видите, у нас бонусные статы больше, чем базовые. Базовая атака в районе 4000. Ну, там чуть-чуть больше будет, если качнуть просвет. Жизни 30 тысяч. За счет рун прибавочка вот такая, просветов и прочего. Скорость атаки 1000, скорость бега 195. Бонус судьбы вот такой вот. Точность, уклонение, крит-удар, крит-урон. Так. Есть артефакта, вы ему поставить не можете, снаряжение тоже не можете сделать. По рунам такие вот руны, психощит поставил чисто потестить, особо не надейтесь, что это будет имба по сравнению с другими героями, которые на эволюции, он реально не то. Так, ну 85-й просвет у нас получается. Ну, побежали, посмотрим. Надо найти базу без стрелка ради интереса и где-то зависнуть на чем-то. Отхила у нас много нет. Вот видите, на нем сразу две звезды. Смотрите, какая атака у него. Просто с двух плюх шатает. Ну, тем не менее, 27% цепелин уже сделал. 38%.
Ну-ка посмотрим. А я не использовал, не взял все-таки. А еще и на тотем попали. Жалко, чтобы посмотреть, как его умения будут действовать. Сейчас я магию возьму. Так, это нам не надо. Хранитель, ускорение и морозка. Так, тут Афины, там стрелки. Ну вот, ай-яй-яй, друида кинул. Блин, реально очень сложно найти базу теперь без стрелка. О, вот, нормально. Ну что, запускаем его с самого низу где-то. Посмотрим, что он может сделать. Ну-ка, успеет. Вот, застанил он хранителя. Смотрите, что он с хранителем сделал. Это жесть. Это просто жесть. Это что за урон был бешеный? Аж захотелось найти героя с первой эволюции. Посмотреть на него. Ну, стан, конечно, у него неплохой, я вам скажу. Так, ну-ка посмотрим, сможет ли он соло затащить их. Урон какой-то у него странный, из плюшки долбит. Хоть он и 200 уровень, все равно не должен так бить. Да, надо будет вернуть гарнизон себе. На битву гильдии бегать. Интересно, затащит соло. Как видите, психощит даже бомбочки затащил. Питомец, конечно, а не он. Психощит даже бомбочки нейтрализирует. Очень круто. Так, о, попали. Ну-ка еще разок. Что-то я проморгал. Хочу посмотреть, что это было. Да ну нафиг, смотрите, какой там урон бешеный. Что-то вообще жестко. Ну-ка еще разок. Это действительно палач. Это баг был. Это был, ребята, баг. Так, надо кого-то найти с края.
Вот хранитель Анубис есть. Ну-ка попробуем. Ну давайте ускорялку, чтобы быстрее добежал. Давайте заряжать. Ну, где же стан был? Странно. Еще разок. Хочу увидеть от него урон. РС. Так, блокируем всех. Умер. Блин, ну что-то как-то хранителя первой эволюции вынести. Опять он. Ну-ка попробую зарядить. Я, конечно, магию не взял. Парень думает, вот это да. Так, ну-ка, заряжайте. Не успел ударить. Так, тут ара есть. Хотя можно, в принципе, заморозку кинуть. А потом всех, ну-ка так и сделаем. Так, тут стрелок, да что такое, ну дайте потестить урон. Ладно, чё я мучаюсь, делаем так. 9. Атака. Смотрим. Ух ты. Да ладно. Череп, конечно, сейчас его хлопнет. 90 тысяч бить, это что-то нереальное. Что-то не то с ним. Да где вы этих стрелков понабирали, ну? Ну-ка, дедушка, проверим тебя. Хотя мы тебе тоже хрен проверим. Ой, блин. Интересно, интересно, конечно, такой урон иметь. Ну-ка, чапай. Блять, стрелок. Да чё с вами, ребята, 70к и стрелки на базах, вы чё? У меня тут один герой синий бегает, а вы со стрелками стоите. Так, подходим. Морозим. Так, смотрим. Блин, да там бешеный урон какой-то. Понятно, что там магия еще у нас есть. Это просто жесть. Охренеть. Да, что-то урон тут какой-то заоблачный. Зашкварный, я бы так сказал.
Ну-ка еще кого-то поищем. Да, трешечок получается. Так, Анубис, ну-ка. Анубис, конечно, быстро ушатает его. Но ради интереса. Это что такое? Ау. Смотрите, прикол. Словили бах. Ну, интересно. Соединение не установлено. Короче, вот такой вот был обзор. Походу. Что-то зависло у нас. Странно. Очень странно. Так, еще разок. Ну, давайте еще немножко теста. И будем заканчивать. Это не тот герой, который там особо популярен будет. Но все равно. Атака очень интересная у него. Ну-ка, ушатай гарпию. И Тассу тоже надо ушатать. Ну-ка, покажи, какой ты красавчик. Да ну нафиг. Чё это за урон бешеный? Посмотрите на этот урон. Да он просто их валит всех. Это жесть. Да, вот так вот. Вот такая вот у нас фигнюшка появилась. Даже не знаю. Даже не знаю, ребята. Выйти. Ну, как-то так. Атаки, конечно, у него 11к. Приблизительно. Ну, долбит неплохо. Все, пишите комменты, как вам такие герои синие. Как по мне, реально трешечок. Чтобы попасть там в какой-то топ, не знаю, и реально ими побегать на багажке, поприкалываться, надо будет попробовать. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.